Сегодня Центр избирком утвердил форму бюллетеней для парламентских выборов, которые пройдут в сентябре. На белых листах названия партии будут расположены в порядке, который определит жеребьевка. В ЦИК говорят, что она, скорее всего, состоится через неделю. Вместе с названиями партии будут напечатаны имена всех кандидатов из общей федеральной части списка, а также номер региональной группы и имена первых трех вошедших в нее претендентов. Сегодня же ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты от партии «Яблоко». В нем 305 человек, а вот партия «Воля» не смогла собрать свою поддержку необходимого количества подписей избирателей. В регистрации ей отказано.